гуляем по парку, решили еще раз пройтись, посмотреть рыб, заодно их покормить. Там где-то одна с одна что-то собирается собрать, а никак у нее ничего там не получилось. Что-то она там нашла носом, роет. Ну-ка, сейчас я попробую. Теперь эти оттуда услышали, что здесь кидают. А там под мостом нету им прохода. Надо на ту сторону переходить, да? Вот здесь вот зал еще, ресторан, зал концертный, вот там видно, скамейки виднеются, вот Ниночка тут кормит, вон они, какие здесь рыбехи. Вадик, ну вот скажи, туда ушла, как ты говоришь, нету под мостом, не может такого быть. Утка теперь... Он кишит их. Там посередине такая здоровенная белая. Вот она опять пришла. Она сверху. Я говорю, там нет прохода. Они переплыть не могут с того подъема в этот. Борьба у них теперь. Остается у меня всего чуть-чуть. Утка хочет больше всех, но она не успевает. Конечно. Слушай, они, наверное, сытые здесь, их всех кормят. Конечно, ты покормил, и перед тобой кормили, еще кто-то кормит. Конечно, да, это выгодно. Люди кормят, покупают корм. Ну, все последние вот кидают. Все равно какая-то помощь городу. Ой, погляди, какие красивые. Вот. Там концерт был сейчас, да. Мы смотрели, закончился. Ну, вот так вот. Отдыхаем, может, да? Еще когда придем покормить.